Республика Карелия, не доезжая города, стартовала среди озер и скал. Мини-магнитола Саньо уверенно ловит в основном почему-то китайские радиостанции. Это на 16 метрах. Это же что-то арабское. А где же финны? А вот, наверное, финны, не силен в лингвистике. Какой-то радиомаяк. Наверное, на 25 метрах вообще море всего. Ну, в общем, прием вполне приличный. А если уж совсем приема не будет, то можно в нее вставить любимую кассету. Шучу.
Ну, как-то так вот, коротко. Спасибо за внимание.